Наибольший энергетический потенциал имеет Павлодарская область. Там сосредоточено больше 40% производства электроэнергии. Регион также обладает большими запасами каменного угля. 36 миллионов тонн твердого топлива добывают на Кибастузском угольном месторождении. Внимание развитию потенциала Павлодарского энергетического комплекса уделил в своем послании глава государства. В ближайшие 5 лет там введут новые энергомощности. И Кибастузская ГРЭС-1 впервые запустит в работу все 8 энергоблоков. Наращивание мощностей также ведет и Кибастузская ГРЭС-2. А уже скоро в регионе начнут строительство ГРЭС-3. Все эти меры позволят избавить страну от энергетической зависимости, сказал Касым-Жомарт Токаев, при этом отметив важность развития альтернативных источников энергии. Мы богатая страна, имеющая все полезные ископаемые, но вместе с тем к ним нужно относиться очень бережно и сохраняюще. Было отмечено также о том, что все наши природные ресурсы должны работать на развитие экономики. Экономика на сегодняшний день требует дополнительных ресурсов.